На совещании у главы республики обсудили вопросы дальнейшего развития Чувашского кадетского корпуса, в частности, строительства стадиона. Спортивный объект будет включать универсальную хоккейно-футбольную площадку, комбинированную волейбольную и баскетбольную площадку, беговые дорожки с искусственным покрытием, трибуну с навесом, две раздевалки. Второго этапа предусмотрено и возведение Ледового дворца. Строительство намечено на 2019 год. Руководитель региона поручил представить предложение по награждению официальными наградами сотрудников, активно и ответственно участвовавших в возведении кадетского корпуса. Мы должны поблагодарить прежде всего рядовых рабочих, выходивших на стройку в выходные дни в дополнительные смены, отметил Михаил Игнатьев.